Всем привет! Хочу показать вам вот такую красотку. Многие из вас знают, что это каменная роза. Вы знаете, я такую красоту вижу впервые. Она на три цветоноса. Получается, раз, два, три. Три цветоноса, боковые ответвления. Но это еще не все, она бабочка. Я, мне кажется, видела, конечно, каменные розы бабочки, но не такие. Как сказать, вот они полу какие-то были. А эта красота, я вам сейчас поближе покажу. Смотрите. Просто. Прям защипы. Очень красивая. На самом деле она темная-темная. Смотрите, какие. Даже не подлезть. Крылышки у нее. Она небольшие у нее в диаметре цветочки. Ну как, средние. Но очень-очень красивая. Такие защипчики. Я даже не узнала в лицо, думаю, бабочка, не баба. Потом ближе подошла. Ё-моё, бабочка. Красавица. Ну, как красавица. Она на любителя, конечно. Не всем нравятся каменные розы, не всем нравятся бабочки. Но эта красотка особенная. Прям хочется рассматривать. Она, как сказать, вот если вот так, она, наверное, полузакрытая. Не сильно открыта, но и не сильно закрытая. Больше открыто, чем закрыто. Смотрите, какая красота. Если сейчас я постараюсь раскрыть, как-то вот так. Привет. Тебя не видно, можешь еще раз. Он обиделся сегодня, обидчивый. Растем, обижаемся, капризничаем. Так что иди нормально поздоровайся. Тебя подписчики очень любят, ждут, всегда привет передают. Иди поздоровайся. Ну вот они обидятся на тебя, они будут с тобой дружить. Иди поздоровайся. Ну, нет, в следующий раз. Отойдет, отпустит его. Злобушка. А мы с вами давайте полюбуемся красотой. Ну, действительно, вообще классная. Сейчас вам покажу корневую. И корешки хорошие. Часто вообще приходят, ну, не с гнилыми корнями. Нет, а именно вот мало корешков. Слабая корневая. А у этой прям... мощь, кому-то повезет. Красавица. Если вот так вот, я вам покажу. Ну, не смогла не снять, потому что действительно что-то с чем-то. Так, потом новиночки. Ну, как новиночки? Они приходят. Покажи прическу хоть. Нет. Они приходят, но достаточно редко. Сейчас. А смотрите, какие красивые бонсаи. Равелла. Скажи, я вас люблю, девчонки. Да, он любит вас. Он всегда мои подписчики, мои подписчицы. Ну, нет настроения у него.
Такие бонсаи красивые. Сейчас я вам покажу. Magic карты. Красавицы. И покажу фронтеры. Пришли красавицы. С мощной корневой. Я доставать не буду из горшочка. Ну, классные. У мэджиков такой диаметр цветка большой. Камбрии уже показывала. Сейчас камбрии продаются. Вам покажу. Вот по такой цене не 620 рублей, а 470 по опту отдают. Ну, их немножечко осталось, штучек, наверное, 15. Ну, все остальное не так давно я показывала. Миражи есть. А еще хочу вам показать очень интересное. Мне кажется, я такую не видела. Смотрите, она беленькая, с неоновой губой. Такая она вот, цветочки в диаметре небольшие. Но такие интересные. Мне так кажется. Я, мне кажется, такую не видела. Но названия у нее нет. Я не буду вытаскивать. Кажется, названия нет. Что еще показать? А, давайте я вам покажу сейчас. Две, 310, 410 и 510 оценки. Ну, их тоже уже мало. Мультифлоры есть на оценках. Хорошие. Но у них раз, два. Два, не по 410. Желтенькие и совсем чуть-чуть по 160. Отошел, дружище. Нет. Полегчало, молодой человек. Вам полегчало? Нет. А когда вам полегчает? Вот эти очень красивые. Они беленькие, с малиновой губой. Это инсбруки. Красотки. А, ну и фаленопсисы. Королевский диаметр цветка. Больше 14 сантиметров. По 1000 рублей. Акция на них. Такие они. Матюшечка, иди сюда, пожалуйста, покажем, какой большой цветочек. Давай. Ой, так мы отвечаем. Давай, покажем, какой большой цветочек. Держи. Поставь на пол, пожалуйста, поставь. Так, держи. Ну, вставай. Так, держи. Чуть. Как мне отойти? Скажи, я вас люблю, подписчики. Он вас любит, он правда вас любит. Потому что ставьте это мои. Лайки. О, ставьте лайки. Наглость, второе счастье. Вот я, Матюшечка, никогда не прошу, я стесняюсь. Ну, а ты уже, наверное, другое поколение, да? Ставьте лайки. Наглость, второе счастье. Ладно, смотрите, какой большой цветочек. Цветонос метр. И у него самое клевое, это вот большие цветы. Сейчас на место поставим. Да, вот давай. Давай. Подойди сюда, мы снимем твое лицо. И вот для сравнения. Ну, подожди. Давай, для сравнения, какой. Вот так подержи, пожалуйста. Ага. Ручку возьми. Да. Ну, вот тут держи, вот тут. Ладно.
Так, держим. Ну, как бы вот на этот не смотрите, он же последний получается, он еще будет расти. А если вот этот взять, я не знаю, как сравнить. Ну, очень большой. Больше меня. Ну, больше. Больше твоих ушей точно. Да? Да. Да, вот, давай. Ухо и цветочек. Да, больше ушей. Вот этот очень красивый, очень яркий, как будто 3D. Ну все, будем прощаться, да? Да. Иди, говори пока. Всем пока. Подожди, не видно тебя. Давай. Всем пока. Мы вас любим. Пока-пока. До скорых встреч.